Две трети поединка ты отставал все время на один укол, да, от соперницы. Потом тебе удалось сравнять счет, выйти вперед. И 20 секунд до конца, счет 14-12. Почему не удалось удержать победу уже? Ну, как все, наверное, это заметили, это не секрет. Я поторопилась и, наверное, ну, как бы это глупо, наверное, с моей стороны не звучало. Побыстрее хотела закончить поединок. Ну, я могу сказать, что это, наверное, говорит о общей какой-то неготовности вообще. Ну, неправильный подход, возможно, к соревнованиям, там, эмоциональный, там, не знаю, психологический, физический, то есть вот такие вот неадекватные поступки при счете 14-12 получается из-за общей какой-то моей неготовности внутренней. О чем разговаривали с тренером в перерыве? Ну, он пытался скорректировать ход поединка, подсказывал мне, ну, естественно, он подсказывал правильные вещи, я пыталась их исполнить. Говорил, что увереннее, там, я самая сильная, что не нужно в себе сомневаться и все в этом духе. Ну, все правильно говорил, что-то смогла, что-то не смогла сделать. Домашний чемпионат мира – это все-таки какое-то преимущество или, наоборот, дополнительная ответственность? Я думаю, что, наверное, скорее всего, это преимущество. Я очень рада, что здесь столько болельщиков, что это действительно помогает. То есть я когда проигрывала, да, эти два укола, я слышала трибуны, поддерживали, там дети какие-то кричали. То есть это вообще очень мило и приятно, и здорово. И я надеюсь, что все дальше будет намного лучше складываться, действительно, дома. Я надеюсь, что нам стены точно помогут. В прошлом году в личном турнире тоже не очень хорошо, да, все выступили, но команда соревнования прошли очень даже успешно. В этом году можно рассчитывать на такой же успех? Ну, я не хочу категорично говорить, что мы сейчас выиграем всех, но, конечно, все этого хотят. Мы к этому там целый год идем, потому что сезон очень неудачно у нас складывается. То есть мы не выиграли ни одного командного турнира в этом году, там на этапах Кубка мира, на гран-при. И, конечно, хочется, очень всем хочется, и меня спрашивали вот репортеры другие, говорят, это как-то связано ваш личный результат с, ну, с тем, что вы думаете, возможно, там о командных, и я говорю, ну, наверное, мне не хотелось бы так основать, все равно внутри это, наверное, так и есть, что какой-то настрой все равно вот больше на командный, потому что это все говорится, что, сами знаете, что у нас Олимпиада, нужно отбираться, и нужно отбираться командой, и нужно ехать вчетвером, а не кому-то одному там. Я не хочу одна никуда ехать. Конечно, два шанса на медаль на Олимпийской, это, ну, о многом говорит, и нужно собираться и действительно показать, что мы команда. Спасибо большое, удачи вам в команде.